давненько я не появлялся в этих местах. Что это? Оно летит прямо сюда. Лопни, моя шестеренка, это же космический корабль добытчиков Энергона. Привет, земляне! Чего вылупился, рогатый? Я прилетел захватить Землю! Кто? Ты? Я самый крупный владелец Энергона во Вселенной! Мои шахты раскиданы по всей галактике! А теперь они будут и здесь! Ты хочешь добывать Энергон на Земле? Да! Мы не оставим здесь и камня на камне! Задумка хорошая! Но Землю охраняют автоботы. Они не позволят какому-то малявке... Малявке? Кого ты назвал малявкой? Получай! Эй! Ты в меня паутиной стрелял! Ты что, вообразил себя человеком-пауком? Сейчас я заморожу тебя своей крионовой пушкой. Почему моя пушка не работает? Я высосал у нее энергию. А теперь я уменьшу тебя. Так же, как я уменьшил других роботов, ставших у меня на пути. Слушайте сюда, моя армия. С этой минуты мы захватываем Землю. Ройте шахты. Я слышу какой-то взрыв. Непорядок. Что это бухнуло? Внимание всем автоботам. У нас вторжение. Судя по звуку, враг в детской в районе окна. Встречаемся там. Окей, босс. Вас понял. Понял, босс. Уже еду на место преступления. Включаю боевой режим. О боже, что здесь творится? Кругом сплошные дыры. Хорошо, что ты еще здесь, Бамбуби. Оптимус, что происходит? На нас напал очень опасный враг. Он уменьшает всех своим энергокубом. Пострадали все автоботы. Что же нам теперь делать? Я поеду за помощью, а ты пока защищай наших друзей. Хорошо. Бамблби, наконец-то ты приехал. Свинозорг уменьшил нас. Да, я вижу. Сейчас я ему задам. Он и тебя уменьшит. Это мы еще посмотрим. А? Еще один прилетел! Мое защитное поле защитит меня! Не забывай, что я властелин Энергона! Зонд дал, зонд взял! Сейчас разберемся. Привет, друзья! Что у вас случилось? Нас уменьшили, и мы не можем побороть свинозомба. Он забирает энергию. Мы даже не можем стрелять в него энергопушками. Что нам делать? Чтобы победить врага, который сильнее вас, вам надо объединиться. Энергетического оружия мы будем использовать обычный меч. И теперь мы можем спокойно победить свинозомбика. Вот так. Я победил!
помощь. А вам, ребята, спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на наш канал Эрик Шоу.